Накажи ее! Просто когда у барабанщицы разваливается стул во время песни, то это не иначе как божественным провидением назвать. Какой стул? Такой стул! Бог видит, как бы, да, что здесь пиздец происходит. Вот, поэтому он не может просто остаться в стороне. Следующая песня называется «Молись, бухай, гоняй». Она о том, что если ты служитель церкви, то можно наебениться, сесть в дорогой внедорожник, сбить пару человек на пешеходном переходе, и ничего тебе за это не будет, потому что ты хороший. Охуенный. We'll be right back.